Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskiev.com.ua. И сегодня у нас на обзоре вот такой магнитный конструктор. Он довольно интересный, но стоит понимать сразу же, что он на определенный возраст. Вот никогда не спешите такие игрушки покупать. На упаковке написано 6+, и это не означает, что в него можно 6 раз поиграть. Это означает, что меньше, чем на 6 лет, его брать не стоит, потому что тут есть магнитные детали, а они очень опасны для маленьких детей, если их проглотить. Поэтому будьте внимательны и сознательны. Ну, а так, в целом, игрушка очень крутая и интересная, потому что позволяет развивать воображение, логику. Можно разные фигуры с нее соблюдать, это вам лучше посмотреть обзоры в ютубе, вот какие. А так вот по минимуму я могу сложить вот такой треугольник. Вот, видите? И оно держится, круто работает. Ну, детям нравятся такие игрушки, в развивающих центрах в том числе они тоже есть. Это все интересно. Круг можно сделать, квадрат. Ну, любые формы, то есть оно выглядит прикольно, это все магнитное. Вот. Ну, хорошо работает. То есть игрушку мы рекомендуем. Но будьте внимательны по возрастным ограничениям. Купить такую игрушку вы можете у нас в Инстаграме. Ссылку я оставлю в описании. Также я оставлю артикул, чтобы вы могли погуглить, посмотреть, почитать дополнительные характеристики. В то же время я рекомендую подписаться на наш канал и поставить лайк, чтобы не пропускать наши обзоры, тем самым покупать вашему ребенку только полезные игрушки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!